Меня иногда спрашивают, как ты добираешься до мест, где ходишь в походы. Вообще существует, конечно, два способа. Первый – это общественный транспорт, поезд или автобус. И второй – это на своей машине. А так как на своей машине едешь обычно по дорогам неизвестным и обычно далеко, то приходится пользоваться каким-то устройством типа навигатора. Вот. И в последнее время я пользуюсь вот таким вот навигатором. Называется он Garmin Drive Smart 50. И, собственно, сейчас о нем немножко и расскажу. О нем и о своих впечатлениях от него. Голосовое управление. Произнесите команду. Искать город. Какой город в стране Россия? Пудож. Вы произнесли Пудож? Один. Выберите номер строки. Один. Хотите начать навигацию? Да. Да. Создать новый маршрут или добавить как следующую остановку? Начать новый маршрут. В комплекте с самим навигатором идет вот такой вот адаптер для прикуривателя автомобильного, чтобы подключать навигатор. И также дополнительный шнурок для подключения к компьютеру, чтобы обновлять карты, либо же через него можно заряжать навигатор от каких-то устройств. Присоска на стекло, вот с таким вот шариком на конце, и площадка, которая крепится к навигатору. Через нее он подключается вот к этому креплению. Присоска сделана качественно, даже пытаясь ее оторвать, ничего не получается. Ну и сама она никогда не отрывалась ни в одно время года. Ну а с помощью такого шарикового крепления повернуть устройство можно под любым углом, как тебе удобно. И оно тоже довольно надежно, даже на кочках при тряске оно не слетает. Несомненным преимуществом навигатора является голосовое управление. Такое я пользую впервые. До этого мой старый навигатор, успешно разбитый, не обладал такой функцией. Все приходилось забивать руками во время поездки, во время вождения. Естественно, это очень неудобно и даже опасно. С этим проблем нет. Пользоваться голосовым управлением можно не только для поиска городов и поселков, но и также для кое-каких настроек. Ну, например, голосовое управление. Произнесите команду. Вниз. Громкость. Уровень громкости 80%. 50. Уровень громкости 50%. 100. 100. Уровень громкости 100%. Назад. Главное меню. Яркость. Уровень яркости 70%. 20. Уровень яркости 20%. 70. Уровень яркости 70%. Назад. Главное меню. Время до завершения. Вы прибудете в пункт назначения через 3 часа 25 минут. Ну, в общем, вот таким вот образом это все можно делать. Все это довольно удобно. Навигатор всегда быстро ловит спутники. Сигнал всегда надежный. Но иногда, вот как сейчас на экране, стрелочка немножко в стороне от дороги. Возможно, это связано с обновлениями карт. И, кстати, карты обновляются очень легко. Просто очень легко. Достаточно подключить специальную программу, скачав ее с сайта Garmin. У навигатора очень качественный экран. Он чувствует каждое прикосновение пальца, очень быстро реагирует на него, как хороший какой-то смартфон. Вот. Но что самое интересное и важное, здесь можно вот так вот двумя пальцами, как в обычном смартфоне, приближать или отдалять карты. Это очень удобно. Таким вот образом можно просматривать очень быстро маршрут. Навигатор постоянно дает подсказки, где приближаешься к посту ДПС, где к видеокамере мобильной, где-то к школе, к лежачему полицейскому и так далее. Ну, в общем, это очень удобно в незнакомой области или городе. Еще в этом навигаторе есть встроенная система Яндекс.Пробки. Ну, для некоторых городов это очень даже актуально и полезно иметь всегда свежую информацию о пробках.
Вот. Что касается, допустим, всяких приложений. В этом навигаторе нету всевозможных бестолковых игр, каких-то фото, видео просмотров. Здесь есть самое главное. Здесь есть справка. То есть к ней всегда можно обратиться, если забыл какую-то функцию навигатора. Не нужно книжку с собой таскать. Телефон можно сюда подключить, общаться, не отрывая рук. По Bluetooth это все работает. Также камеру заднего вида здесь можно подключить, гарминовскую. Ну, например, чтобы девушкам парковаться. Вот, есть еще несколько приложений, но я ими особо не пользовался. Приближаясь к всевозможным поворотам, развязкам, навигатор рисует либо схему, либо фотореалистичное изображение этой развязки или поворота. Это очень удобно в незнакомых городах, ну и вообще при дальних поездках. Что касается настроек, они здесь довольно гибкие. Здесь, соответственно, можно менять настройки как самой карты. Можно изменить, допустим, значок, поставить какую-нибудь машинку, либо стрелочку. То есть здесь есть выбрать, ну это для любителей. Вид карты можно изменить. Детализацию, вот у меня сейчас высокая стоит. С типом, с темой карты можно поиграть. То есть после моего прежнего навигатора, здесь вот я немножко... Значит, поигрался, цветовые решения меняются, допустим, цвет речек, цвет лесов, цвет полей, каких-то жилых строений, ну и так далее. То есть вот это все здесь можно настраивать. Значит, настройка навигации, соответственно, то же самое. Здесь, в общем, можно поиграться, посмотреть все эти пункты, настроить под себя. Вот, допустим, платные дороги можно сделать, чтобы он ездил либо в объезд, либо по ним. То есть это тоже все настраивается. Особенно для дальних поездок, поездок на юг, это очень удобно. По Bluetooth можно подключить телефон, вот, и, соответственно, звонить, принимать звонки, всякие сообщения, оповещения. Это тоже удобно. Экран настраивается. Здесь вот можно настроить ориентацию. Вместо вот стандартной, горизонтальной, сделать книжную, то есть вот такую вертикальную. Вот. Нам, кому-то, может быть, это будет удобно. Цветовой режим настраивается, то есть у меня сейчас автоматически стоит, и вечером затемняется все. Вот. Ну, яркость, это все можно через голосовое управление сделать. Да, кстати, снимок экрана есть. То есть вот можно галочку поставить, появляется вот такой вот значок, на него нажимаешь, и делается как бы скриншот. Я не пользовался всеми функциями этого навигатора, только основными. Вот. Но то, что уверенно могу сказать, то, что здесь очень удобно сделан поиск. То есть для этого в главном экране нужно нажать вот сюда. И, соответственно, здесь уже осуществляется поиск по всевозможным объектам, значит, по городам, по улицам, то есть по адресам и так далее. То есть, естественно, есть какие-то сохраненные точки, последнее место стоянки последних. То есть можно просто координаты ввести. Кстати, кто захочет с этим навигатором по лесу побегать, это особо не получится. Он работает ну, менее часа, не очень много. Хотя вот можно его подключить к чему-нибудь, он будет заряжаться. Вот, Форсквер, вот это вот. Ну, здесь тоже поиск по всевозможным объектам. Вот, но я им не пользовался. Вот. Я, в принципе, просто вводил запрос вот сюда. Допустим, едешь куда-то, нужно, захотелось покушать. Пишешь «кафе». Вот. И он начинает искать ближайшие кафе. Вот. Собственно, поиск не очень долгий. Вот ближайшее кафе в 10, сколько-то, в 16 километрах. И, соответственно, вот еще остальные, которые тут есть по пути. Вот. То же самое, допустим, можно найти какую-нибудь заправку. Вот. Написать, допустим, АЗС. И он начинает искать АЗС. В общем, все удобно и просто. Вот, АЗС. Нефтетранзит, Газпромнефть и так далее. Вот. Здесь также очень удобная функция, это планировщик маршрута. Вот она. То есть нажав на нее, можно составить маршрут, причем не просто из города в город, а включая, допустим, несколько точек. Вот. Ну, довольно удобно. Причем не только из города в город, еще и по городу можно это все, по адресам. В общем, кому-то, может быть, и это понадобится. Вот. Ну, допустим, вот создадим поездку. Выберем начальный пункт, адрес, ну пускай это будет город Владимир. Вот город Владимир, улица, ну естественно, Ленина,
дом 52 какой-нибудь. Отлично. Выбрали. И пункт назначения. Ну пусть это будет Кызыл Республики Тыва. Ну, естественно, тоже улица Ленина, дом номер 2. Вот, выбрали начальную точку, конечную точку. Если надо, выбрали промежуточные точки, нажали далее. Идет расчет маршрута. Обычно это недолгий процесс. Довольно быстро он все осуществляет. Но здесь, нужно сказать, будет расстояние очень большое, поэтому он его считает чуть подольше. Вот он его посчитал. И вот идет обзорная карта, соответственно, из центра чуть ли не в Монголию. Довольно большое расстояние. Это все вот так вот пальцами можно приблизить, посмотреть детально, где ты поедешь, по каким городам, весям. Вот это вот так вот все делается. Вот, можно приближать двойным нажатием. Ну, в общем, как в обычном смартфоне. Вот. Вот так вот это все делается. Или вот так вот обзорный маршрут. Вот, можно добавить какую-нибудь еще дополнительную точку. Вот нажмем обзор карты и просто ткнем куда-нибудь вот сюда. Выбрали. Вот, поставили точку, нажали далее. Он маршрут пересчитает. Естественно, тоже процесс определенное время занимает. Ждем. Немножко ждем. Еще немножко ждем. Брюки превращаются. Хоп. И вот он уже посчитал, пересчитал маршрут. Соответственно, с заездом вот в это место, которое я вообще вот просто пальцем ткнул. Вот. Ну, естественно, вы можете ткнуть туда, куда нужно. Вот. Так что вот так. Довольно удобная штука. Ну вот, все, что знал о навигаторе, я рассказал. Это был абсолютно искренний обзор. Вот, из возможных недостатков, вот, все, что, так скажем, мне не очень понравилось, это иногда не очень хорошая детализация о каких-то объектах, допустим, в городе. Ну и голос вот этой вот тети, этой Маши, тоже вызывает иногда смех. Вот, ну я думаю, что это все вопросы времени, прошивки, вот, все это лечится. Вот, ну и напоследок... Для тех, кто вдруг надумает купить этот навигатор, либо какой-то другой гарминовский навигатор или прибор, заходите по ссылке в описании к видео, вводите промокод РВ латинскими буквами, вот, и вы получите хорошую скидку вообще на любую продукцию. Это мой, так скажем, бонус, подарок от меня. На этом все. Всем удачи на дорогах!